Ребят, все, забираюсь наверх. Одеваю перчатки. Навела себе Teflon Unis Белый Голд. Сейчас буду замазывать вверх. Так, ребят, беру гладилку 40-ую. Я стены мне показала, как знала, что польется тут все, попадает раствор. Так, размазала, ребят. Заказ был. Одна комната рядом со мной, там на Войковской, вторая, ну рядом. Две комнаты в разных квартирах. Парень вроде адекватный. Все те же вопросы я спросила, нормально он мне все отвечал, не дрыгался, ничего. Все, я ему приказала, говорю, заберись там на потолок, посмотри, ну или посвети мне, включи камеру и посвети, что там у тебя с потолком. Он говорит, мне кажется, там надо подшпаклевать только, какие-то волны. Я говорю, ну будешь там в квартире, говорю, посвети мне и включи камеру. Ладно, посвечу, что не посветить. Вот. Все хорошо. Подмазала, мне не хватает. Так.
пахнуло. Снимай, ребята, излишки. Чем меньше слоя, тем быстрее высохнет все.
Девочка, которая снимает тут же, снимала тут раньше жилье. Она переехала в соседний подъезд. Я не могла открыть вручную, вот рукой, кран с холодной водой, вентиль. И вытащила ее из сумки, был разводной ключ. И сейчас ей сказала, что ваш ключ у меня тут под дверью лежит. Она говорит, хорошо, пока не... Она в соседний подъезд переехала. Потому что эта хозяйка будет, ну, на продаже, я поняла, выставила квартиру. И они, ну, переехали в соседний подъезд этого же дома. Вот и вещи потихоньку перетаскивают. Это есть. Значит, смотрите, потом можно будет это зашкурить или оставить даже как есть. Уже были замазано. Хотя с хозяйкой поговорю, если ее это устроит, то можно на этом закончить. Угол замазан, все нормально, это потом можно снять. Вот. Но если что, надо будет в следующий раз прийти и зашкурить шкурочкой и покрасить краской эмалевой. Все, ребятки, всех обнимаю. Давайте пишем комментарии и не забываем обо мне. Давайте, пока. Ребята, вот я вам показываю, как я застелила вот газетами, вот, а внутри там сперва целлофаны. Вот это моя вот эта вот новая вот эта стремянка. Вот так вот я стояла. Ну, широкая площадка, конечно, между ногами, но зато стояло ведро. Вот. И вот целлофан я вот настелила. И скотчем, ну скотч, правда, вот немножко он пропустил. Ну, я там подтерла. Вот заплаточка моя. Все хорошо, сейчас буду убирать. И все, на сегодня я закончила. Вот, с хозяйкой еще ей только смс-ку отправила. Вот, как она мне скажет. Может быть, этого достаточно будет для риэлторов. Но рулон я заработала. Все, ребятки, давайте, всех обнимаю. Всего доброго, пока.